Это как в песне, помните? Не нужен нам берег турецкий, чужая земля не нужна. Россияне могут попрощаться после закрытого меньше месяца назад Египта еще с одним популярным туристическим направлением – Турции. После того, как истребитель этой страны сбил военный российский самолет над территорией Сирии, Ростуризм и МИД рекомендуют нашим туристам воздержаться от отдыха на турецком побережье. В последнее время на территории Турции, на, ну скажем так, очень критическая масса террористических проявлений накопилась, и в настоящее время ситуация там ничем не отличается от ситуации в Египте. В связи с тем, чтобы обеспечить безопасность жизни российских граждан, МИД России в настоящее время не рекомендует посещать Турцию с туристическими или иными другими целями. Представитель Министерства иностранных дел России в Нижнем Новгороде Сергей Малов подчеркивает, пока МИД только рекомендует россиянам отказаться от поездок в Турцию. Однако подобные рекомендации многие представители российской туриндустрии считают фактическим запретом. Они уже перестали продавать путевки в эту страну. Туркомпании вообще в последние месяцы находятся в незавидном положении. Сначала закрытие Египта, и вот теперь Турция. Еще один тяжелейший удар по туротрасли. Наши туристы за последние 2-3 месяца вообще стали меньше летать за границу, боятся действий террористов. О прибылях говорить в принципе не приходится, да, лишь бы удержаться в этом сезоне, в принципе, на плаву хоть как-то. Поэтому все просто напряженно ждут, чем, в общем-то, это все кончится. Директор одного из нижегородских туристических агентств Ирина Павлова признается, отдыхать за границей сейчас все же можно. Альтернативы Турции и Египту есть. Мы можем туристам предлагать по нормальным ценам, действительно хорошим ценам, туры в Иорданию. Также Израиль очень заинтересован сейчас в российских туристах. И Арабские Эмираты. Вылеты из Нижнего стоят, как стояли 2 раза в неделю. Индия, Таиланд, Вьетнам. Ну и в конце концов мы спокойно можем поехать на российские курорты. Как показал наш опрос, нижегородцы в большинстве своем именно туда и планируют отправиться в ближайшие полгода-год в свой отпуск. А в целом новость о закрытии Турции они принимают достаточно спокойно. Все без сожалений в нашей семье сказали, что нет. Что нет? Не будут ездить пока. Почему? Да как почему-то? Ну, я бы сказала, даже так противно все это вот, вся эта вот катавасия, вся эта мерзость, все это вранье постоянно. Я считаю, что людей, если не понимают по-хорошему, надо проучить по-плохому. Ну, я думаю, ничего не потеряем. У нас есть Ялта, у нас есть Сочи. Мы точно не поедем, потому что мы были в безопасной Турции много раз, и в какую-то вот сомнительную теперь Турцию мы не хотим ехать. Даже как и в Египет. В настоящее время задача номер один – выяснить информацию, сколько россиян на данный момент отдыхают в Турции, и чтобы они все благополучно вернулись домой. Наталья Лисова, Сергей Пермовский, Олег Климин. Объективно. ННТВ.